Приветствую, друзья. Понятно, что висящая проблема воздержит напряжение, потому что без напряжения не может быть быстрая поисковая активность мозга в принятии решений. Вот это, условно говоря, колесо перебора решений, проб и ошибок, моделирование различных вариантов ситуации и результатов после них, оно как раз-таки обеспечивается повышением напряжения. Но проблема заключается в том, что это напряжение не должно быть выше определенного порога. Иначе человек, как говорится, зависает на проблеме, и это колесо застревает, не вращается. Да, таким образом называется, ну, зависание, как в компьютере, залипание. Там, человек не может решить проблему, потому что у него нет перебора решений. Нет перебора решений, нет выбора. Нет выбора, нет свободы. Понимание. Так вот, чтобы снизить уровень лишнего напряжения, мы используем нашу методику разгрузка с перезагрузкой. Вы подбираете то действие, которое вам максимально комфортно, максимально просто и доступно, повторяете его столько, сколько вам нравится, да, и напряжение начинает снижаться. И когда напряжение снижается, вы уже можете думать, размышлять. А потом, когда вы продолжаете еще больше, оно снижается до нуля, и вы уже вообще ни о чем не хотите думать, вам все пофиг. Вот так, когда вы несколько раз делаете по методике, которую мы даем на бесплатных ликбезах, которую даем в вебинарах, у вас развивается способность выходить из любого застойного перенапряжения на состояние, способное к размышлению и поиска решений, чтобы вы могли спокойно размышлять, чтобы у вас было внутреннее время для размышления и выбора решений. Таким образом, научаясь управлять своим нервно-психическим напряжением, вы по существу обучаете свой мозг лучше думать. Вот о чем идет речь. До встречи, друзья.